польском городе Гора-Кальвария в 30 километрах от Варшавы прошла акция протеста против приема беженцев. Участники демонстрации утверждали, что мигранты не намерены ассимилироваться, поскольку у них отличный от поляков менталитет, традиции и мораль. Манифестанты подчеркнули, что после новогодних событий в Кёльне и других городах ЕС боятся за своих женщин и детей.